Я же монетку не забрал. Ага, монетку забрал. Здесь мозги оставлю. О, они оба с топорами. Ничего себе. Вы чё? Ребятки. Вони дают. О, не попал. Ой-ой-ой, сейчас убежит. Стой. Нет, не убежал. В последний момент я попал в него. Привет, это канал Game Movies. И сегодня я продолжаю проходить Zombie Catchers. Погнали. Так, окей. Окей. Коктейли все готовы. Мне нужно улучшить зомбовыжималку. У меня пока что на это денег не хватает. И поэтому я пойду на болото. И поохочусь на зомбарей. Так, берем с собой транквилизатор, я думаю. Окей, погнали. Так, сначала я прочекаю всю карту, чтобы не было там всяких букашек, черепашек, которые мне мешать будут. Так, отлично, никого нету. Достаем мозги. Иди сюда, дружок. Блин, появилась вон мышь летучая, видите? Ничего себе, откуда она вылетела. Так, сейчас я ее пристрелю. Давай. Отлично. Так, следующие мозги достаем. И... ты куда? Куда ты спрятался? Так, промазал в двоих прямо. Так, попал. Эй, стой. Так, а тот что, убежал что ли? Или что он там? А, стоит, ждет, сейчас кинет в меня молот свой. А, промазал, да? Отлично. За него, кстати, много монеток дали. Так, еще. Прям три зомбаря. Так, сейчас я... Сейчас он вылезет, и я... О, я хотел вверх прыгать, думал, он молотком в меня попадет. Но нет. Я, оказывается, впервые могу выстрелить. Опачки. Стой, ты куда? В другую сторону. Разогнался. Ишь ты какой. А чё, мозги съели уже, да? Стой! Ой-ой-ой, промазал. Сейчас гарпун заряжу по-нормальному. И попаду тебе в бочку. Червяк, чуть не попался. Стой! О! Фух. Отлично, и червяка тоже. Ну, отлично, всех поймал. Зомбариков. Теперь пойдем в кафешку. Ага. Так. Мне нужно два таких и два таких. Отлично. Ну, целых 40 минут делается коктейль, ничего себе. Так, и вот здесь я тоже могу запустить процесс. Но дело в том... Дело в том, что мне придется подождать еще какое-то время, чтобы... Чтобы продолжить. Так, ну пускай тут продаются товары. Я, кстати, скоро смогу улучшить зомбовыжималку. Сколько мне там денежек нужно? Чтобы улучшить... А, 2500 золота. А у меня 230. Ну, я думаю, пока коктейли сделаются, уже будет даже больше. Так, давайте подождем 6 минут 38 секунд. И через секунду мы встретимся. Отлично. Зомбари найдены. О, прямо сразу два дрона. Ну давайте по очереди. Берем с собой транквилизатор. И погнали, поохотимся. Так, сначала, на всякий случай, ого. Вот уже летает мышь летучая. Так, как мне в нее попасть? Опа. Отлично. Прямо в мышь. Хотел сказать, в яблочко. Иди сюда, дружок. Блин, с бочкой он бегает. О, как раз червяк тут выполз. Так, еще один. Еще прыжок сделай. Бабах, прям в полете его словил. Так, а здесь у нас... Здесь уже заканчивается все. Карта заканчивается там. Ну что,
мозги здесь выкину, а вас подожду здесь. Иди сюда. Ой-ой-ой, стоп-стоп. Блин, они сейчас там разбегутся же. Эй, последний. Так, отлично. Так, они же... О, мимо. Блин, они в разные стороны. Я одного упустил там. Они в разные стороны побежали просто. Надо было, наверное, сеть с собой брать, сетью их ловить, потому что... Вот, да, я его пропустил, он убежал куда-то. Как-то быстро это все закончилось. И, кстати, у меня 2670 монет, это значит, что я могу... Так, сейчас я вниз опущусь, что у меня тут было. Вот, зомбовыжималку нужно, ее как раз было улучшить. Так. Вот, 2500. Так, у меня сразу все эти показатели стали выше. А, кстати, что у меня там? Вот, 16 из 20, то есть еще 4 товара продать. Я смогу повысить уровень, и кроме того, скинуть время на поиск дронов. Но просто дело в том, что этот коктейль довольно долго делается, так что... Ну, в общем, в любом случае... А, секундочку, у меня же... Зомби есть, я, наверное, мог коктейли какие-то сделать. Да, я мог 2 вот этих коктейля сделать. И... Эти я не могу, тут не хватает. Ну что, давайте тогда... Просто поохотимся. На зомбариков, так сразу я всю карту обойду. Вон летает наш дружок. Опа. Ничего себе метки. И что у нас здесь в конце? Ой, еще летит кто-то. Опачки. Я уже научился мне в полете попадать. Так, мозги здесь. Нужно... Ой-ой-ой. Что-то я мазать начал. Хм. Во, мышь дает. А чё они не вылазят? Мозги слишком далеко, что ли? Да, мозги далековато. Нужно прямо возле них класть их. Друзья мои, стойте, куда вы? Ой-ой-ой, ничего себе, прыгунчик. Ты убежи сейчас. Эй-эй-эй, нет, не убежал. От меня не убежал. Теперь вот здесь вот мозги. Кину приманку. Привет. И привет тебе. Я же монетку не забрал. Ага, монетку забрал. Здесь мозги оставлю. О, они оба с топорами. Ничего себе. Вы чё? Ребятки. Вони дают. О, не попал. Ой-ой-ой, сейчас убежит, стой. Нет, не убежал. В последний момент я попал в него. Всех зомбарей поймал. И теперь я пойду в кафе. 17 из 20, то есть мне еще осталось 3 коктейля, но они так долго делаются. Можно 3 таких сделать. Ну, в смысле, один такой из 3 и один такой из 3. И сейчас, через 8 секунд, я смогу вот этих двоих опять в эту зомбовыжималку загрузить. Чтобы денежки качались. Отлично. Ну что ж. Я думаю, что раньше будет... 3 коктейля или 5 минут поиск? Даже не знаю. Но в любом случае, ребята, через... А, 2 коктейля. В общем, короче говоря, через секунду встретимся. Ребята, оно практически одновременно произошло. И коктейли, и зомби найдены. Я думаю, сначала я... схожу за зомби, а потом увеличу уровень. Чтобы второй раз просто не ждать долго. Так, ну чё, погнали. Карту прочекаем сразу же. Никого нету. Но это пока что, они могут еще появиться. Сначала вот эти вот, вот этого
Славлю зомбаря. Иди сюда, с бочкой ты там бегаешь. Эй! Ого, как я его с одного удара. На нем еще бочка даже была. Ха, подпрыгнул и думал, что убежит. Ничего себе, он какой наглый, да? Наглец просто. Эй-эй-эй. Стой. Сейчас убегут. Убегут. Нет, зомбари сейчас убегут. Блин. Там двое, я их... Так. Может, я их перелечу сейчас с этой стороны, они в другую сторону побегут. Нет. Да ёлки-палки. Сейчас того тоже пропущу. Блин, убегает. Не, он уже не убежит никуда. Но тот убежал. Эй, ты что, убежать собрался? Нет уж. Одного упустил, ну... Ладно. Плохо, конечно, но не катастрофически. Здесь мы видим, дроны заняты поиском, но в кафе... В кафе я сейчас повышаю уровень на 12-й. О, новый зомби, продукт новый. Неплохо. И что случилось? Зомби найдены снова. Задача — продать новые товары, улучшить мощность, увеличить время полета. А зомбовыжималку, я думаю, можно и потом купить. Давайте сначала. О, дороговато стоит, конечно. Мощность и время полета. Ну что ж, сначала, я думаю, время полета. И сразу 10 тысяч новое улучшение. Обалдеть можно. Продать товары, но чтобы эти товары продавать, мне нужно будет зомбовыжималка. А она сколько стоит? Может быть, надо было сначала... А, она 1500 стоит, надо было, наверное... Да, надо было сначала зомбовыжималку купить. А, секундочку, у меня же зомби есть. Я могу пока что вот эти вот коктейли поделать, чтобы денежки капали. А в это время... Пойду поохочусь на зомбариков. Сейчас я оббегу карту до конца. Потому что всякие там червяки, летучие мыши могли уже... Появиться. Так. Ну что ж, мозги. И ждем зомби. Сейчас... О, это с молотком, который... Но не тут-то было. Что-то веточка дергается. Чё это она? Радиоактивная какая-то или что? Ого, как она бультыхается. Ну что ж. Опять с молотком. О, я хотел подпрыгнуть, чтобы он промазал, но... Мой гарпун его и так. Словил, и этого тоже. Вот когда они по 3, по 4, когда в разные стороны разбегаются, это, конечно... Сложновато, может быть. А как они, кстати, мозги едят? Я что-то ни разу не видел. Ну, что они? Они его что-то не забрали. Но я видел, что почему-то пропадали раньше мозги, они их, получается, ели как-то по-быстрому. Ну что ж, это я прошел. А, ну дроны, конечно. Освободи зомби. А что это? Мне нужно посмотреть видео, чтобы зомби освободить, что ли? Ну-ка. Да, точно, и мне почему-то еще плюс 3 зомби дали. Интересно. А это что? Зомби-желез, зомби-пирожное. Ну, кто такие названия придумал? Ничего себе, разработчики какие. А, на вкус как земляника, выросшая у шоссе. Сочность 2 звезды, а тут тоже вон разная сочность у них. Расположение болота. Ну что ж. Зомбарика нового открыл. И теперь я буду делать... А, секунду, а здесь что? Здесь 16 минут. Ну, пока что сделаю вот этих зомбариков. Вот этих зомбариков.
И купить я не смогу, потому что у меня не хватает денежек. Ну что ж, ребята, на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал. Всем удачи, хорошего настроения. И пока-пока. Продолжение в новом видео про эту игру.